Друзья, всем привет! Я внук тети Гали, икей бабушка хейтер. И судя по названию ролика, вы уже поняли, что сегодня речь пойдет о посылке, которую прислал ей подписчик. Также хочу немного внести ясности по поводу всей ситуации. Посылку, которую отправил нам Ярослав из Кёнигсберга, я не стал говорить бабушке про нее. Сказал лишь одно, что я заказал якобы себе с Алиэкспресса световую лампу. Бабушка ничего об этой посылке вообще не знает, поэтому для нее будет сюрпризом. Посмотрим также ее реакцию. Я сам даже до сих пор еще не знаю, что находится в ней, но... Судя по его описанию, там что-то, видимо, какая-то техника должна быть. Поэтому погнали забирать посылку и отправляемся к бабушке. Будем смотреть ее реакцию, как она оценит и что вообще там будет. Погнали! В общем, друзья, посылку мне не отдали, потому что посылку может получить только лично получатель в руки, то есть бабушка может только лично ее в руки получить, поэтому я ей позвонил, жду ее сейчас с минуты на минуту, должна уже она подъехать и получить. Но я также скажу ей, что это просто световая лампа, которую я заказал, просто оформил на нее. И все, вот идет и бабушка уже. Что-то вообще не похоже это на треногу. Какая-то треногу. На которую лампу-то ставить. Она же вон какая большая. А тут что это такое? Поехали домой, там скроем, посмотрим. Но мне кажется, это не тренога. Где тут тренога-то? Что, на тряпичной, что ли, тренога-то? Как тряпка? Чувствуется какая-то тряпочка тут. Короче, как вы поняли, бабушка даже еще не догадывается, что там такое. Потому что я думал, что пакет будет намного побольше или будет это какая-то коробка. Поэтому едем домой, сейчас будем вскрывать все и смотреть бабушкину реакцию. Че, ребят, пришли мы домой. Сейчас посмотрим, что это нам прислали. Но на лампу не похоже. Потому что что-то мягенькое. Дай посылку. Открываем. Как ты думаешь, что там вообще может находиться? Ой, понятия не имею. Ну, а чё... ты посмотри, что там написано. А где написано? От кого это? Где мне так посылка? Ага, обратный адрес. Так, это Калининград. А! Беднаш Ярослав Владиславович. Ярик, да ты чё там чублучил-то? Ну зачем, мой родной? Зачем? Ну сейчас посмотрим. Ну спасибо. Господи. Извини, что я тебя Яриком назвала. Ты для меня Ярик. Пол-литра. Господи, а что это такое? Я ведь не понимаю. Нет уж. Силушки-то в руках нет. Сила-то не такая. Была сила, когда мать носила. Совсем не забавно. Был бы за что. Бабка тебе такая ненормальная, смешная, все время несерьезная, все время ржу, все время мне какой-то нужно веселье. Не хочу вот быть такой вот квелой, а хочу быть бабушка хейтер. Господи Иисусе. А как открывается, что это? На добрую память от Ярослава. Я не могу. Я сейчас реву. Я такая сентиментальная, еще вдобавок старуха. Не только веселая, но и плаксивая. А как открывается? Господи, ребята. Короче, как ты поняла, да, это тебе Ярослав из Кёнигсберга прислал. Я поняла. А как он будет в тебе? Слушай, насколько я понимаю, это 3D-печать. Это напечатал он. Ребят, как мне внук мой настроит все, я вам покажу, как это все будет работать уже. Ну что, ребят, внук мне настроил эту вещь. Это эксклюзивные вещи, оказывается. Знаете, это чего? Еще таких вещей ни у кого в мире нет. А у меня вот у бабушки уже появилась. Она знаете, что делает? Вот видите?
внимательно посмотрите. Она подсчитывает моих подписчиков, моих, сколько видео я выложила, сколько просмотров. У меня уже, оказывается, 2 миллиона с лишним просмотров-то. Так что вот что мне сделал мой добрый друг. Здорово зовут Ярослав. Теперь, ребят, я что хочу сказать. Это полезная штука, очень даже полезная. Вот сколько подписчиков, видите уже, сколько у меня подписчиков? Теперь я за каждым подписчиком буду следить, сколько у меня тут всего чего и как и что. Сколько видео я выставила. Я из Ютуба могу теперь следить, чтобы они меня не обманули. Ребят, это 3D-печать. Если надо вам такой аппарат, то, пожалуйста, делайте заказы. А ссылка будет в описании на Ярослава, который занимается как раз вот 3D-печатью. Ему благодарность огромнейшая. Мне теперь не надо там лазить в компьютере или где-то в телефоне и смотреть, сколько у меня подписчиков, кто, чего. Я теперь все вот здесь вижу. Я ее включу, и пусть она мне стоит вон на комоде, эта штука. Я встал утречком, глазки протерла, очки надел, подошла и глянула. Все понятно, и не надо мне больше ничего. Вот как полезно и интересно, между прочим. Ну, естественно, я буду компьютер, ноутбуки, там ковыряться, что. Вот, знаете что, когда делами занимаешься вон на кухне, я его поставил там, ага, там утром стало столько было у меня там подписчиков или... А тут глянул, опа, еще появились. Я взяла свою работу кухонную и положила. Это у меня типа отдых, включила ноутбук или там, да хоть телефон, да не все равно, смартфон, не все равно. Да и глянула, а кто мне что написал? Да ты какая красота. Ярослав, спасибо тебе большое. Дай тебе Бог доброго здоровья. Ума побольше у тебя. И так я буду хрена великого. Это так сообразить. Так облегчить работу бабушки-старушки, у которой ушки на макушке. Ярослав, вот эту штуку можно блогерам продавать. Это же идея. Вот тебе бизнес. Ну, правильно я с Микитиным? Как ты думаешь? Не отказывайся. Ты чё? Это же люди какую-нибудь хрень придумают, уже подают заявку, заяву, денежки за это получают. А ты такое богатство, ты что, не отказывайся. А еще бы прикольнее было, если бы где-то был дисплей с часами, с будильником. Еще прикольнее было бы. Ну, я дала наметку-то, а уж Ярослав, я знаю и чувствую, это разработка, пусть в разработку. Так что вот так вот. Время распрощаться. Дело вот так вот до хрена великого у меня. А Ярослав, тебе поклон, респект за все. За зубы, за вот эту вот игрушку. Это не игрушка, это действительно полезная вещь. Тебе поклон до самой земли. Спасибо, мой родной. Ну и вам, ребят, спасибо за просмотр. Не теряйтесь. Всего доброго.